Так, ребята, здравствуйте, 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 еще раз здравствуйте. С вами канал 24. Ну что, долгожданный момент истины, того, что вышел Ford F-150. Посмотрел по тому, то, что он 5 звезд, самый крутой и так далее. Не знаю, интересно, для кого он будет 5 звезд, но... Посмотрит канал А24 и решит, на 5 звезд он идет или не на 5 звезд. Давайте смотреть. Ну что, вот так вот он выглядит. По первоначальности, по всему этому мне уже нравится то, что нету второго руля. Ни снизу, ни сверху, ни снутри. Как это любит полноценно всегда, постоянно делать. Вот, каких только не возьми. Легковых особенно грузовиков. Считается. Ой, автомобили, извиняюсь, автомобили. И постоянно у них какие-то проблемы, да, в плане с рулями. То внизу, то сверху, то сверху, то есть, то внутри там два руля и так далее. Здесь, в принципе, все четко, как вот на самом деле, как нужно. Мне уже, в принципе, уже нравится. Посмотрим, что по анимациям и так далее, уже его преимущество дальше. По кабине у нас одна кабина, по шасси у нас 4 на 4. Идет по двигателям 444 лошадки. По трансмиссии 10 передач. Возможно, КПП у него будет не механика, а автомат. Пока что внутри? Ну да, да, я говорил. Что внутри? Ну, по первым впечатлениям я не могу ничего сказать. То, что мне не нравится. Мне не нравится эта камера. Зачем вы эту камеру... зачем она нужна? Вот если я сейчас туда сделаю, то вот. Я имею в виду, видите? Я назад уже не могу. Зачем вот эти камеры использовать? Зачем? Ну сделал, я посмотрел здесь. Все. Больше ничего не надо. Ладно, это может быть какие-то с моей стороны покажется, что я докапываюсь до мода, да, так сказать. То нет, не факт. Не факт, не точно. Короче, что могу сказать. В целом мне очень сильно нравится. Мне нравится то, что значок просто не из картонки, как значок Honda был, который мы с вами смотрели, Кирик. В целом мне салон нравится, детализация нормально. В принципе, в целом я бы сказал, что где-то что-то картонка сделана, но я не вижу, в принципе. Все это уже, так сказать, на деле будет смотреть уже, да. В принципе, по салону мне, я скажу, что мне нравится. На самом деле классный салон, сделан просто добро. По покраске, покраска, что у нас здесь? Соответственно, все это, пожалуйста, все эти вкусы меняются, плюс какие-то есть интересные. Ну и даже это не скины, это как дополнительные идут. А, вот такой даже есть скин. Вот такой есть скин, который прямо уже у него. У него несколько скинов. Даже идут ржавость даже. Либо военная, либо вот такого плана. Такого, либо такого. Это уже типа молодежно пошли, так скажу. Слушайте, ну прикольно, прикольно. На самом деле мне нравится. Это уже хорошо, что какие-то скины для легковых автомобилей делается. Это круто уже. По аксессуарам достаточно много. Для Ford, так сказать, это прям реально круто сделано. Что можно добавить, мне очень аж интересно. Здесь, соответственно, здесь я так понял, что бампер. Соответственно, здесь в цвет... не бампер, а сама вот эта вставка, не знаю, это в цвет, хром, либо пластик, понял, хорошо. Соответственно, дальше мы сами не утяжелители, а которым, как же правильно сказать, на что цепляется собачка, которая трос, вот так вот скажем. Соответственно, все это, пожалуйста, все это меняется. Дальше, бампер сам. То же самое, все в краску. Можно в хром, либо в краску и так далее. Окей. Решеточка, то же самое, все это можно сделать. Мне кажется, лучше черную делать. Потому что, ну, как-то в цвет, не знаю. Здесь то же самое, да, наверное? Да, 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 да. То же самое. Соответственно, пилот и так далее, все это, как говорится, все это присутствует. И не стоп, стоп, стоп.
что боком. Можно либо так сделать, либо так. А что, в чем разница? В чем разница? А, все, понял, вставки сами. Хорошо, ладно. Ну, это пилот и так далее. И плюс мы, соответственно, можем даже прикрыть уже сразу. Слушайте, мне по первым впечатлениям уже нравится. Я вам скажу так, очень круто здесь цвет. И реально добротно, очень добротно, качественно мне нравится, что сделано. Блин, ну, пожалуйста, все тоже мы можем выбрать Форд, чтобы вы видели, что у нас Форд и так далее. Пожалуйста, меня. Окей, внутри что? У нас один руль, плюс это все понятно. Внутри, к сожалению, вот такого прям ничего добавить с вами не можем. Ну ладно. Блин, ну, ребят, я, конечно, немножко в шоке от мода, потому что мне очень сильно нравится. И на таком покататься не грех, почему бы нет. По первым впечатлениям я скажу, что очень добротно сделан. Если, допустим, сравнивать его с какими-то иными модами, да, то есть это добротно, прям реально Форд очень хорошо. Даже простой пример с Honda, который мы с вами сравнивали вчера. В принципе, она в целом она себе показала хорошей стороны, не считая звуков, не считая поворотников, которые, не считая анимации стекол, которых не присутствовало, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь мы сейчас все посмотрим. Звук. У нас нету, к сожалению. А, у нас есть. Очень затемнено, что его даже не видно. У нас. Вот он, и вот и прикол, видите? Я вот говорю, что я не вижу, не все круто. Вот вам, пожалуйста, второй руль уже есть. Вот он, второй руль, его якобы водителя нет, он спрятан. У нас под. Знаете, как перевозка нелегальных, так сказать, пассажиров. Я утрирую. И это осуждаю, если вдруг что, YouTube там, ты, братуха, извини. И так далее. Вот реально. Ну зачем? Ну ладно. Не будем, короче, докапываться. Ну, просто не обидно, что начинается все. Ладно. По звуку понятно, да? То есть, как-то очень. Я такой звук не слышал, уже прокатит. Аварийка у нас. У нас аварийка не работает. Стоп-сигнал у нас непонятно. Я не пойму, то ли он есть, то ли нет. У нас анимации нету. К сожалению, нету у нас анимации. Дворников у нас нету. Я не вижу, чтобы у нас что-то было. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Что у нас по анимациям стекла? У нас даже анимация стекла нету, к сожалению. Ребят, возможно, это первая версия, мне кажется. Даже не кажется, так и есть, наверное. Скорее всего, это первая версия, и это будет просто добавляться уже. Поедем, прокатимся. Я не хочу ни в коем случае ругать этот данный мод, потому что он по сравнению чем вчера, этот данный мод лучше выглядит, чем вчера. Хотя вот физика, в принципе, да. Хороший. Не такой, который, да? Вообще, в общем. Что, блин, одна и та же, один и тот же звук. Ну, на самом деле, мне нравится звук. Очень такой. Если вы внутри сидите, вы его в основном, ну, слышно, но снаружи прикольно. Ну, класс, 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 класс. Класс, звук вот по звучанию нормально. Что в целом могу сказать? Модик неплохой, да. С какими проблемами столкнулись мы, соответственно, с вами при рассмотрении данного мода? Конечно, по анимациям непонятно немножко, в плане того, что нет анимации у нас, ни поворотников, и так далее. Стекла, аварийки непонятно, стоп-сигнал непонятно, к сожалению. Возможно, это все пофиксят и сделают все по-человеческому. Я очень сильно жду, мне очень сильно хочется его посмотреть еще раз в нормальной версии и так далее. Потому что некоторые моды... Сейчас, ребят, некоторые моды бывают перезапускают. Бывает. Kia, который у нас был легковой автомобиль, забыл уже. Перевыпустили же. Не, поменяли только сиденье. Все. Кто поймет, что за Kia,
можете посмотреть мои ролики на YouTube, обзоры, увидите, да, что за кил. Так вот, про мод, что могу сказать? Вообще офигенно, реально. Не в целом, а вообще офигенно модик. Бодренько все сделано, тени, все круто. Сделать анимацию вообще будет просто пушечка, просто, реально. Поэтому просто душевный модик. Да, там может где-то я и буду говорить, что там он такой. Нет, на самом деле мне очень сильно понравился. И очень сильно. И на таком моде, вот я скажу так, на таком моде можно покататься в любых, вот даже по суровке, неважно, и так далее. Ну, так он, почему бы нет, на легковом автомобиле прокатиться. Ребят, вот такой у нас модик. Скачивайте. Все ссылки будут в описании. Скачивайте на здоровье, катайтесь. Насчет... Отдельный момент истины. Насчет того, что розыгрыш... Постараюсь сделать розыгрыш в эту пятницу на стриме. Постараюсь, чтобы все, так сказать, сделать себе, чтобы все было четко, никто ничего не мешал, так сказать. Поэтому, ребят, постараюсь, в эту пятницу однозначно мы сделаем. Если что-то поменяется, я все скажу. Сделаем розыгрыш. Те, кто понял, да, что 453 уже, по-моему, на канале, это уже круто. Огромное спасибо, кто подписывается. Честно скажу, очень приятно, то, что уже новые подписчики добавляются. Это круто. Раз обещал, значит, я свой выбор, так сказать, сделаю. Разыграю один аккаунт на... Нет, один аккаунт с играми. Где-то 60, наверное, или 50 игр. Epic Games. С вами канал 24, всем люблю, всех целую. Увидимся на видосах и стримах. Сегодня, возможно, еще что-нибудь заснимем. Пока-пока.